Есть. Щука. Батька пошел гулять. Так, пришли на речку. На речку. Вау. Так, вот наша река. Ух ты ж, ё-моё. Чуть не шлепнулся с мокрого дерева. Красавчик, блин. Так. Все. Вот такая вот речушка. Есть! Думаю, да? А, это щука, ё-моё! Ах ты проказница! Вот такая вот. Так, не совсем та рыба. Точку можно покидать. Если тут щука, то пятнистой рыбы тут, скорее всего, нету. С большей степенью вероятности. Поэтому идем дальше. О, это кто пошел? Видел? Не видел? Родь? А вон кто-то дальше малька гоняет там. Ну, скорее всего. О, это голавль. Судя по поклевке. Хотя, кто его знает, на такую блесну кидаться. Надо добить. Не-а. Не вышел больше. О, это что такое? Нифига себе, ты прикинь. Понял, что сделали? Ловлю, короче. Я, видимо, первая щука на ассисте. Шнурок перекусила. И вот что бы произошло на поклевке. Вот такие вот дела. Надо быть внимательнее. И после щуки проверять свои снасти, когда они под щуку не рассчитаны. Блин, как он круто кладет, я вообще... Я, короче, зря Артему нажаловался, что кольца тут плохие. Я более точного спиннинга у меня точно нету. Этот просто, как я не знаю. Я блесну, как, блин, как этот. Я как в дартс как будто играю, в яблочко. Каждый почти заброс. Ой-ой-ой. Там маленькие бандиты. Ой, рыба. Это бандит? Да. У меня тоже выбегали. Бандиты голодные.
На байте с 12-граммовой у меня тоже. Щука. Хорошая щука-то. Че, как я сейчас через бревно перекинуть? Может, отцепится? Че за квест, блин? Че за квест? Нифига она давит! О, цепилась. Блин, тут щуки как лососи, блин. Так, проверка на целостность всей нашей снасти. Все в порядке. Рыба. Вроде башкой не трясет, вроде бы. Головой вроде не трясет. Хотя нет, трясет. Щука, что ли? Видишь ее? Опять нецелевая рыба. О, блин. Так, блин, давить так стало хорошо. Эх, опять не то, что надо. Но все равно интересно. Есть! Славик, я обрыбился! Форель?
блядь, зацепился. Без этого никак. Ух ты ж! Я не понял. Есть. Щука. Щука, наверное. Славик, можно на камушек? Струя. Под перед камнем даже. Славик, там хорошая рыба. Подожди, у меня эмоции. О, хорош. Кунжак. Пипец, мне коленки трясутся. Может, мне его туда увезти? Там будет удобно принять. Я вот тут слабо. Пока вот он пошел у меня. Ага, пошел. Да ладно. Я тоже думаю, не спешить лучше. Ты куда? Ты куда? Нет, 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 давай домой. Все, я думаю, можно. Да. Угу. Ну, всплыл уже. Блин, Славик, смотри, какой пароходик. Красивый. Так, я пошел в водичку. Тихонечко. Ух ты ж, нифига. Ну нет, это лосось. Темненький просто. Что творит? Батька пошел гулять. Все, давай. Давай. Ты уже утомился, чтоб тебя сильно не мучить. Нифига. Не хотеть еще.
Ё-моё. Чё делает? Братан, ну сколько можно-то? Славик, это большая рыба. Это большая рыба. Ты смотри, какой он жирный. Фу. Ух ты ж, нифига. Вот это трофейчик. Хамшин? Хамсин. О, вот это да. Это мой самый большой. Ёсь, Славик, да тут 7 кг. Фу, вот это штанга. Кайф вообще просто. Все, пошел. Есть. Кого-то поймал. Щуку, наверное. Головоль? Головоль, смотри, какой хороший. Офигеть. Первый головоль сезона. Так это килушка. Это конкретно килушка. Нифига, да? Ответочка соловью. Он нам вчера написал, что вот кого надо ехать ловить. Вот мы его и поймали. О,
первый головчик сезона. Вот такой вот. Да не, кило, наверное, есть. Такой вот головчик попался. В сентябре уже. Вот кто бы мог подумать. На головляне ездил, а в итоге все-таки поймал. Ну, здесь килограмм есть, точно. Что, на первом забросе не ловить? Да, можно. Хорошо. Опа, Славик, вот без приколов. Из-за камня, прикинь, тут же. Я просто не ожидал даже. Слав, это рыба? Да. Уверен? А ты ее забагрил, что ли? Да. Забагрил? Да. А. Она потому, видимо, такая бойкая, да? Рыба. Вот это выдал. Под ноги смотреть надо. Блин. Чуть подсак не сломал. Прям на него, блин, прилег. Дальше. Дальше. Славик, ты где? Где рыба-то? Ты зацепился? Держи пока выше просто. Да,
Но мне надо сюда, я там не приму ее. Там не приму его, там глубоко. Серьезно? Это 10 либров, это страшно. Вам не головля ловить. Славик, давай пофоткаемся быстро, я отпущу. Ну, давай. Опа. Вот, одно вываживание рыбы и выше примерно на 50 сантиметров от воблера. Монка превратилась в такую историю. То есть она ее где-то зацепила, рыба потянула, вытянула. И вот все, это уже только отрезать. Поэтому не шнур, а монка. Шнур бы уже порвался. Руки трясутся. Руки трясутся, адреналинчик. Да, после такой рыбы, конечно, минут 15, а то и 30, потом ходишь и отходишь. Перевязываешь снасти. Перецепляешь тройники, потому что с тройниками, ну тут все, тройников нет, можно сказать. Фух. Ну и осознаешь пойманный трофей. Ну это, блин, круто, оно того стоит. Пусть рыбы немного такой, ездишь, много пролетных рыбалок, но одна поклевка, одно вываживание перекрывает потом вообще все. Блин, просто непередаваемое ощущение, офигенно.